Под Жлобином у районе вёски Луговая Вірня знойдены обломки советского штурмовика Ил-2 часов Великой Айчинной войны. Верогодно, он был сбит в 1944 году в ходе военной операции «Багратион». Место крушения подказал жыхар Жлобина, який у дзяцінстве бачыў гэты самолет. До работ на гэтым тыдні приступили вайскоўцы 52-го особного специализованного пошукового батальона Министерства обороны и представники доброахвотных отрядов Жлобина, Рагачова, Магилёва и Минска. При крушении штурмовик практически цалком сышоў под землю, что ускладняя процесс и потребует додатковой тяжкой техники. Уже знойдены частка винта, фрагменты авиационной гарматы, редуктора и бронелисты, частка бензобака, бронированное шкло, шасси, а так само два реактивные снаряды. Удалось найти останки, костные останки экипажа. 52-й батальон их здесь эксгумировал, то есть они их уже все это собрали, увезли. Ну и останки самолета, то есть бронеплиты, то есть очень много деталей, номерные детали. Ну, на 90 я вообще до последнего не утверждаю, не говорю, что будет все нормально, но можно сказать, что экипаж будет установлен на 90%. Останки двух летчиков, пилота и стрелка, знойдены без медальона, тому их особы треба будет установить. Однако это махчимо зробить по нумары авиационного руховика. Зараз пошуковики чекают технику, каб вытягнуть на поверхню гэты агрегат вагой 800 килограммов. Усе знойдены элементы передадут у Жлобинский историко-краязнавчий музей для дальнейшего доследования.